NP1, и сегодня мы с вами будем обсуждать сразу же два лаунчпада. Первый лаунчпад проходит на бирже Bybit, второй лаунчпад проходит на бирже MEX. Почему два лаунчпада? Потому что один и тот же проект проходит сразу же на двух биржах. Проект называется Land of Conquest с токенами CLG. Что ж, если вы смотрели мои предыдущие видео о лаунчпадах по Bybit, вы можете с легкостью сразу же понять, что будет происходить и в этом лаунчпаде, потому что все идентичное. Для того, чтобы получить локацию с участием битов, нужно иметь на споте не менее 50 битов, как и было раньше. Но раньше, когда лаунчпад был не 2.0, а простой, нужно было держать как можно больше битов, чтобы получить хорошую аллокацию. Но, как мы можем заметить, биты стали сейчас совершенно нестабильными, и даже при условии, что у вас есть 3000 битов, вы получите не так уж и много токенов от проекта. А с 50 там, соответственно, вообще ловить нечего. Но шансы определенно есть. Сейчас же у нас есть так называемая лотерея с USDT. Можно зафиксировать 100 USDT, и если вам повезет, вы будете счастливчиком. Получить за это, точнее, вы будете в число счастливчиков и получить за это монеты. Вы фактически ничем не рискуете. То есть, если вам повезло, вы получили билет, $80 вернулись вам на баланс обратно, а за $9 вы получаете аллокацию, соответственно, те самые монеты от проекта, в котором вы участвовали. И важно заметить то, что вы не можете получить на одном аккаунте больше одного билета стоимостью 100 USDT. И также вы не можете участвовать одновременно и с битами, и с USDT. Тут нужно уже выбирать что-то одно. Лично в этом лаунчпаде я буду участвовать в битах, так как вижу в этом чуть больше смысла и чуть больше прибыли. Но решать, соответственно, вам. Как проходит вообще, в принципе, что вы получаете билет, и после того, как идет период распределения и результаты распределения, здесь будет внизу написаны цифры с номерами билетов. Если ваш билет попадает, вы сразу же получаете токены, и в период того, как будет открыта спотовая пара, вы сможете продать свои токены за USDT и получить больше долларов, чем вы вложили в этот проект. Также это происходит и с битами. Период подписки у нас начинается 19 числа этого месяца с 3:30 утра по UTC, это плюс 3 часа по Москве и по Киеву, заканчивается также в 19 числа этого месяца, 11 часов по UTC, также плюс 3 часа по Москве и по Киеву. Соответственно, период снимки балансов. Как это все происходит? У вас на балансе должно быть в период снимков балансов. Они делаются рандомно, мы не знаем, в какие именно часы они делаются. Они делаются именно с 2 часов. С 3 часов ночи по UTC. 14 числа они уже начинают снимать ваш баланс. И если за период снимков балансов у вас все так же будет 50 битов, наберется 50 битов и будет 50 битов, то вы сможете спокойно участвовать. Если же у вас нету битов на аккаунте, у вас есть только USDT, соответственно, если у вас есть 100 USDT, можете об этом не переживать. Вы можете участвовать и за USDT, но помните, что это просто лотерея. И вам может и повезти, может и не повезти. Если у вас нет битов, и вы очень хотите участвовать только с битами, вам нужно будет купить их достаточно большое количество. То есть, если вы можете... хотите участвовать, у вас будет минимальное 50 битов только для того, чтобы можно было участвовать, вам нужно будет купить около 100, 200, 300 битов для того, чтобы снимки балансов могли зафиксировать, что у вас есть больше 50 битов. В принципе, все достаточно идентичное, как я уже и сказала раньше. Также достаточно частый вопрос, сколько же вы сможете получить токенов от проекта. Здесь есть специальная строка, которая отвечает на этот вопрос.
Для пользователей, участвующих в подписке токена, окончательная сумма распределения CLG равна. Получается, сумма токенов, зафиксированная вами сумма токенов, зафиксированная всеми участниками сумма CLG, выделенных для лаунчпада. Что это значит? Все это распределение токенов зависит только от того, сколько будет участников в этом лаунчпаде, какая сумма будет у тех участников в лаунчпаде. Мы не знаем, сколько лежит на кошельке, сколько будет людей, и вся эта сумма только лишь под конец самой подписки будет распределяться по всем участникам. Соответственно, я не могу сказать, сколько же CLG мы в итоге получим. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос точно я ответить не могу. Также для пользователей, участвующих в раздаче, соответственно, в USDT, каждый победитель получит, точнее, не только, да, в раздаче, каждый победитель получит по 300 CLG, а оставшаяся сумма зафиксированного токена при наличии будет зачислена обратно на спотовый аккаунт. Участники раздачи, не получившие призы, получат полную сумму зафиксированного токена. Соответственно, если вы участвуете в USDT и вы не получили свой билет, вся сумма, которую вы зафиксировали, возвращается вам обратно. Если вы выиграли билет, то какая-то определенная сумма, здесь, по-моему, $9, снимается с вашего счета, инвестируется в проект, вы получаете 300 токенов от проекта, далее вы уже переходите в спотовую пару и продаете. Можете получить больше, возможно, получите такую же сумму обратно, но поучаствовать тоже стоит для того, чтобы понять, как в принципе это работает. Также не забудьте обязательно нажать кнопочку «Зафиксировать в той или иной раздаче или подписке». Это очень важно, главное не забыть и поставьте себе будильник, потому что были моменты, когда я однажды пропустила лаунчпад и не успела поучаствовать, к сожалению, поэтому не забывайте об этом. Что ж, теперь можем переходить на биржу MEX. Тот же проект, в принципе, практически все те же условия. Начинается время регистрации в 00, 19 числа, заканчивается в 12 часов 19 числа. Давайте перейдем подробнее в сам лаунчпад. Итак, ссылку на участие я, соответственно, все это оставлю в описании, так что не переживайте, все это вы найдете и зайдете. Один CLG стоит 0,3 цента, также само он стоит и на Bybit, ничего здесь не меняется. Период снапшотов также начинается с 14 числа, заканчивается 18 числа. Также MEX будет регистрировать аккаунты пользователей в течение 4 дней, в течение периода создания снапшотов. Условия, которые отличают MEX от Bybit, пользователи должны иметь минимальный средний ежедневный холд 10 MEX в течение периода снапшотов. Максимальное количество MX, будем его так называть, которое вы можете зафиксировать, зависит от среднего дневного баланса MX в вашем спотовом кошельке за 4-4-дневный период снапшотов. Соответственно, вам каждый день нужно холдить токен от биржи MEX. В среднем нужно холдить по 10, можете по 20, но это минимальное 10, можете больше, если у вас вы можете это себе позволить. Период подписки также он начинается 19 числа 00 по Москве и заканчивается 19 числа в 12 часов также по Москве. В это время подписка будет открыта для всех пользователей. Не забываем нажать на кнопочку «Зафиксировать», которая будет находиться вот здесь. Сейчас тут обратный отсчет, а далее здесь будет кнопка «Зафиксировать токены». Также вы должны нажать кнопку, вот, это забывать обязательно нельзя. Также поставьте себе напоминание и на Bybit, и на MEX.
Обратите внимание, что после фиксации ваши MAX будут заблокированы, и вы не сможете выкупить или получить доступ к любым другим функциям, таким как переводы, снятие средств или торговля до окончательного распределения токенов. Почему так? Потому что сами токены MAX будут в самом проекте, и только после распределения токенов, после того, как биржа распределит проекты токена, токены от проекта, вы сможете ими пользоваться в дальнейшем. Это будет не сильно долго, я думаю, если у вас что-то срочное, то лучше это иметь в виду заранее. Далее, тут все так же самое, как и с Bybit. Я не могу сказать, какое именно количество CLG вы получите от проекта, так как все зависит от участников, столько, сколько они будут фиксировать MAX. Все тоже точно такое же. Торговля, соответственно, спотовая пара на бирже MAX появится в 19 числа в 3 часа по Москве. В принципе, все достаточно легко. Ничего сложного я в этом на самом деле не вижу. Достаточно есть какое-то сходство с Bybit и MAX. Я не скажу, что этот проект может принести вам очень хороший X, потому что по сравнению с предыдущими, допустим, на той же бирже Bybit, раньше сам проект забирал $20, то есть, соответственно, если вы вкладываете 100 USDT, у вас $20 забирается на проект, и вы получаете за это токены. Если ваш билет выигрышный, здесь же у вас будет уже $9, соответственно, можем понимать, что выйдет не так уж и много, но если вы хотите просто понять, как это работает, влиться в лаунчпады и в дальнейшем было легче участвовать в таких проектах, то почему бы и нет? В принципе, попробовать стоит на самом деле. Что ж, все ссылочки я оставлю в описании обязательно и на Bybit, и на MAX. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте писать комментарии, если вам что-то непонятно, я обязательно на них отвечу. Ставьте лайки и всем удачной торговли!